За всеми массовыми новогодними гуляниями следили сотрудники полиции. Проверили они различные кафе города на законность продажи алкоголя. Так, в одном из кафе в южной части города из незаконного оборота было изъято 80 литров алкоголя. По данному факту проводится административное расследование. Также за новогодние праздники около 150 соликамцев получили штрафы за появление в общественных местах в нетрезвом виде. 30 – за распитие горячительных напитков прямо на улице. Также за 10 дней каникул в Соликамске было совершено 50 преступлений. 32 из них были раскрыты в кратчайшие сроки. Почти по всем преступлениям возбуждены уголовные дела.